Заседание проходило с участием общественности города. В большом зале собрались депутаты, руководители предприятий, организаций и учреждений, а также средства массовой информации. Открыл заседание председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковко. Он объявил результаты прошедших выборов в Совет городского округа. После чего перешли к решению вопросов. На повестке дня стояло 13 вопросов. Председателем городского совета был избран Олег Астахов, его заместителем Анатолий Лапин. Также был сформирован состав постоянной комиссии, комиссии по соблюдению регламента совета, статусу и этике депутата, состав президиума совета и состав ревизионной комиссии. За единогласное решение принято. На заседании присутствовал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Марат Магадеев. В конце заседания Марат Шарифович поздравил вновь избранных депутатов. Это хороший результат, это доверие горожан, доверие той политике, которую проводит администрация, правительство, глава республики и в целом, которая по сегодня, наверное, проходит в целом по Российской Федерации. Это решение единения всех уровней власти. Сегодня Кумертау, вот из короткого фильма тоже было видно, один из динамично развивающихся городов Российской Федерации и Республики. Здесь есть новация, здесь есть новые движения, новые предложения, инициативы. Это, конечно, благодаря тому, что здесь живут инициативные люди. Успехов новому депутатскому составу, горожанам, администрации. Всем вам здоровья и успехов. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».